Всем привет, с вами Артем, вы смотрите Яблоктюб, и сегодня я расскажу вам о jailbreak твике, который поможет по-иному взглянуть на многозадачность в iOS 7. Речь пойдет о расширении под названием Control Task. После установки этого расширения в нижней части командной панели вы будете видеть все запущенные в данный момент приложения. Простым нажатием по иконке можно переключаться между ними. Чтобы вернуть на место иконки, которые отображались здесь до этого, достаточно произвести свайп слева направо. К сожалению, закрывать программы по одной не получится. Можно закрыть все запущенные приложения одновременно, для этого достаточно пролистнуть влево до экрана с ярлыками и сделать еще один свайп слева направо. Настроек у твика всего две, одна из них позволяет включить 4 или 5 иконок в нижней панели, а вторая определяет, какая из страниц будет запускаться по умолчанию – страница с запущенными приложениями или страница с кнопками быстрого запуска. Расширение Control Task доступно в стандартном репозитории Cydia Big Boss. Не забывайте делиться вашим мнением и комментариями под видео, оставлять лайки, а также подписываться на наш канал. С вами был Артем, специально для Яблоктюб. Пока!